Для нас сегодня вообще был самый, наверное, сложный этап. Даже не для художников, наверное, а для организаторов всего этого мероприятия. Почему? Потому что сегодня действительно такая огромная очень работа была проведена именно в плане подготовки. То есть мы сегодня выполнили такую грандиозную задачу по установке люльки. Люлька – это строительная, которая вдоль стены движется. То есть для того, чтобы ее было установить, то есть была задействована масса людей, масса организаций. Балакова спецстрой дали люльку, созвонились тоже с нашими организациями, которые ее доставили. Набат ребята помогли, затащили грузила на крышу, противовесы. Плюс с горсетей помогли настроить, подключить. Настройщики с полюльки тоже приезжали, все это дело нам устанавливали, помогали. То есть, ну, с нашей стороны сейчас самое главное, все, наш этап закончен. Теперь, конечно, самое важное, наверное, начинается самый такой душещипательный, это как раз уже нанесение картины. Вот сегодня художники через проектор вывели сюжет рисунка, которые вот сейчас в ночное время суток будут его обрисовывать, контуры, и потом уже днем уже будут конкретно отрабатывать уже по цветам и по самому рисунку. Ну, сегодня, я так понимаю, интрига спала, да, по рисунку? Я думаю, что интрига, как бы, она наполовину спала, с одной стороны, да, но с другой стороны, ничего не заменит, никакой проектор не заменит качественного рисунка, который смотрится днем, ну, и... Сейчас, как бы, вот с кем разговаривали, ну, всем вроде нравится, это здорово. Осталось только в цвете его уже видеть, в красках, как говорится. Я думаю, что тоже балаковцы оценят этот проект. Я открою тоже вот интригу. Вышли жители и заметили, что на рисунке присутствуют и некоторые символы города Балакова, да? Да, нам на заднем плане наш обелиск. Мы закончили наш проект, как бы, в плане голосования. То есть у нас последнее голосование по этому проекту проходило именно по выбору самого направления рисунка, то есть сюжета рисунка. То есть у нас сюжет был либо там сюжет из кинофильма, либо какие-то плакаты, либо это вот прошлое, настоящее. Ну, в общем, опуская там все эти подробности, уже все оно на втором плане. Победил тогда сюжет прошлое, настоящее. Вот как раз этот сюжет этого рисунка сейчас на стене можно будет увидеть. Именно переход от, скажем так, того времени в наше время. То есть символ того времени – это сюжет из фильма, а внизу рисунка – это уже наше время, когда ветеран рассказывает молодому поколению о том, как тяжело давалась победа. Ну и технически немного. То есть сегодня ребята в ночь должны обрисовать основные контуры, да? Основные контуры, да, сегодня в ночь должны они обрисовать, нанести основные контуры. Сегодня буквально они там весь день висели на этой вышке, на подъемниках, на этих, по пояс раздеты, наносили фоновые изображения, ну фон грунтовали и фон делали. То есть буквально там свозил их покушать, и они сразу вернулись в ночь и говорят, нам... Ну, в общем, не знаю. На самом деле фанатики готовы работать сутками, как они сказали. Сегодня я вот смотрю, прошлые дни работала другая вышка, и сегодня в этот раз что-то она длиннее стрела. Дело в том, что да, прошлая вышка она до 6-го этажа работала. Вчера просто встретились с ребятами. Сейчас даже скажу, с организацией. Готовили, кстати, пост благодарности. Все перечислены, все, кто сегодня нам в этом плане помогал. Как раз вот по вопросу вышки Каджиян Георг. Компания «Многопрофильное строительство», как раз вот они нам предоставили эту вышку, которая ну, высокая, скажем так. Угу. Сегодня эта вышка целый день отработала, сейчас пришла вторая вышка, потому что надо было, ну, оператору отдыхать, вот вторая вышка уже будет работать всю ночь, получается. Угу.